Мне нравятся названия птиц. Теркушка, клуша, кукша, зеленушка, чернушка, зверушка и кукушка. А есть еще и олуша, простушка. Бобо зовется птица по-испански, и Буби ее имя на английском. Болван, дурашка, клоун слово значит, пернатые доверчивые слишком. И в русском тоже много интересного. Основа слова «олух ты, царя небесного», смешно шагает по земле, как Чарли Чаплин, и на людей не реагирует ни капли. В Leaf Journal я читала и не раз про олуши составленный рассказ. Всех поражает полный пофигизм и с наглостью граничащий цинизм. Они по жизни птицы любопытные, смешные часто, самобытные. Прописаны в отряде олуши, такие же семейства род, и только в видах есть разнообразие. На свете 9 видов олуши живет. Сегодня мы рассмотрим красноногих. Подобных олушей на свете много. Мы встретим их на островах тропических, по большей части тихоокеанских, экзотических. Гнездятся дружно на деревьях и кустах, не споря о насиженных местах. Живут на островах Тобаго, Кирибати, где места всем пернатым хватит. Их оперение зависит от окружающей среды. Они то белые, кофейные, а то коричневыми станут их ряды. А клювы голубые или сиреневые. У основания розовый отлив. Клюв острый и прямой, что характерно, разрез глубокий клюва, как разрыв. Размах крыла на 1,5 метра. А сзади крылья черным зачертила. Во лбу олуши воздушная подушка, что при ныряне птицу защитила. Глаза у основания клюва, у птиц других подобных нет. И олуша предмет в объеме видит, не только плоский, скучный силуэт. У птиц есть ноздри, но они заросшие, и дышит птица через клюв, а кожа на лице без перьев, голая, и лапы в цвете недозрелых клюкв. На лапах по 4 пальца, что могут за кусты цепляться. Их всех соединяет перепонка, что плавать помогает в море топком. А хвост как руль, и острых узких 2 крыла, что по луше летело, как стрела. Полет – основа жизни птицы, в день 100 километров пролетит, чтоб прокормиться. Она добычу ищет с высоты и камнем падает, ныряя в глубину. Анчоусы, сардины, сельдь, кальмары – все это олуши, репертуары. Олуши все пары моногамны, до самой смерти вместе постоянно. Но каждый год в период брачный самцы пред самочками скачут, скачут, назойливо показывают ножки красные, доказывая, что они прекрасны. Танцуют, крылья вверх и головой крутя, ухлёстывают парни, не шутя. Вот очевидцы про игру нам пишут. Среди олушей тени соседа друг друга стаскивают за хвосты, чтоб с девочкой продолжать беседу. При этом на людей не реагируют, которые всех фотографируют. Гнездо устроят на деревьях или кустах. В нем лишь одно яйцо, что греется в ногах. Родители кладут его на лапы, которым кровь способна приливать и яйцам и птенцам тепло давать. Птенец сначала голый, беспомощный, только через 20 дней одет уж в пух. Пол белый, клюв и кожа на лице те черные, и аппетит отменный, ест за 2. Когда же время полететь приходит, птенец особый способ тут находит. Садится он на ветку поутру и балансирует, танцуя на ветру. В учении проходит день, другой, и вот уже на ветке он 2-й. Сумел на дерево соседнее взлететь. Еще немного тренировок потерпеть, и с гордостью взмывает в небеса, с другими себя ввысь и вознеся. Теперь уж малыша не удержать, ведь олуши пытаются летать. Ах, олуши, потешные и милые, и летуны, и ныряльщики нехилые, продолжим мы про олушу рассказ на том же месте, на ютюбе, в тот же час.